Итак, дорогие мои, здравствуйте! Мы продолжаем сегодня тему, как размоделировать боковой шов, я бы так ее назвала, и убрать его совсем в таких вот жакетах, у которых есть два рельефчика сзади и спереди, выходящих из проймы. Отвечаем на вопросы Елены Яковой. Значит, у нас появилась на канале рубрика «Ответы на ваши вопросы». Если вы также хотите задать вопрос, пожалуйста, присылайте свое техническое задание по номеру телефона на любой канал Telegram, WhatsApp, Viber, кому как удобно. Ну, в директ не очень удобно, соцсети, в принципе, можно, но желательно вот туда, чтобы я могла легко скачать и себе на компьютер и работать с вами. Итак, в прошлый раз мы с вами из базовой конструкции нанесли вот эти два рельефчика. Теперь смотрите, выточки, которые здесь у нас все есть, давайте мы их сосчитаем. Сколько сантиметров у нас выточки? Смотрите, вот эта выточка 3 сантиметра, вот эта выточка у нас 5 сантиметров, вот эта выточка у нас получилась 4 сантиметра. Так? Значит, нам надо убрать 3, 5 и 4, 7 и 5, 12 сантиметров. Значит, нам нужно убрать 12 сантиметров выточек. Посмотрите, вот сюда мы уже убрали 1,5 сантиметра. Вот это у нас 1,5 сантиметра. Да? Значит, 12 минус 1,5. 12 минус 1,5. Я всегда пишу где-то рядышком нужную мне информацию. У меня получается 11, 10 с половинкой. 10 с половинкой. Но надо сказать, что нагрудная выточка у нас еще будет уходить вот в такой вот подрез буквой Г, да? И может быть там чуть-чуть мы тоже можем, имеем возможность забрать. Я бы даже обязательно это сделала, да? Поэтому давайте мы ее наметим. Как ее наметить? В идеале, конечно, нужно просто из центра груди вот так опустить перпендикуляр, как мы и видим, чуть ниже, видимо, линии талии. Выбираем место для нашего карманчика. Вот эта линия талии, допустим, смотрим на наш технический эскиз, да? И вот этот кармашек, он у нас будет выбираться относительно длины нашего изделия. Но есть такое негласное правило. Ниже, чем 7 сантиметров от талии до входа в карман, вот до этой линии, делать нежелательно. Выше можно, ниже нежелательно. Только при очень высоком росте эта величина может быть побольше, чем 7 сантиметров. Запомните, цифру 7 – это наше ограничение. Может быть 4, может быть 3, зависит от роста. Может быть 5 сантиметров. Сколько мне хочется вот на глаз взять относительно вот этой линии низа. Ну, я бы, наверное, вот как-то сюда поместила свой кармашек. Давайте тихонечко наметим ему линию. Сколько здесь у меня получилось? Вот 4 сантиметра у меня и получилось. Ну что ж, так. Значит, вот в этом месте мы будем шивать клапаночек и оформлять линию входа в карман. По модели она у нас перекрывает на самом деле вот этот вот рельеф. А ширина кармашка какая? Ширина кармашка идет от 14, вот я на глаз нарисовала 14 сантиметров, до 16 сантиметров. Это обычные размеры нашего кармашка в длину. Смотрите, 14 сантиметров, 15, 16 сантиметров. Выбирайте себе любое. Но у меня вот нарисовалось вот эти 14 сантиметров, но я его оформлять не буду, рисовать не буду. Нас интересует вот эта линия. Прежде чем приступить к выточкам, продолжить разговор про выточки, хочется сказать следующее. Если ваше расстояние от серединки до центра груди, то есть мерочка С, Г, маленькая, 8 сантиметров, 8,5 сантиметров, 9 сантиметров, то вот этот подрез окажется близко к центру. Здесь же еще полузанос должен быть и английский воротник, и будет не очень-то красиво. Вот сейчас у нас гармонично, потому что акценты расставлены с ритмом. Что такое ритм? Это повторы. Посмотрите, здесь будет подбортик, край борта у нас, да, и застежка оформляться, и лацкана. Здесь у нас акцент, это линия рельефчика нашего. И посерединке между ними располагается
вот этот подрез. Что мы нарисовали здесь? А здесь мы нарисовали, если линию вот так вот серединки изобразить. Это наша серединка, да? А здесь мы нарисовали чуть-чуть его смещенным вправо. Видите, да, немножко интуитивно я его сместила как бы вправо, потому что вот это расстояние побольше, чем вот это. И у вас иногда может возникнуть такая необходимость. Что вы при этом тогда сделаете? Вы возьмете и вот эту точку С, но не больше, чем на 1,5, максимум 2 сантиметра, вы сдвинете вот сюда, вправо. И переоформите вот так свою выточку. Я не буду сейчас это делать. Вот так ее переоформите, да? Переоформите эту выточку и будете работать уже таким образом, чтобы подрез свой организовывать немножко сдвинутым в правую сторону. Ну а пока мы оставим все как есть и перейдем к нашим выточкам. Итак, у нас 10,5 сантиметров. Собственно говоря, переносить какую-то выточку в это место я бы и не стала. Мне все хочется 10,5 сантиметров убрать. Куда? Ну, допустим, я могу вот этими 0,5 пренебречь. Оставим, давайте, 10 сантиметров. Да? Округлим 10,5 до 10. И поэтому от этой точки вот сюда вправо я должна построить. Выточек-то у меня две. Раз, два рельефа, значит, две выточки. Значит, мы раствор выточки и передний, и задний в данном случае мы сделаем одинаковый, потому что задняя увеличена за счет вот этого среднего шва, будет 10 разделить на 2 и получится 5. Значит, каждая выточка – это сумма всех выточек, да? А это у нас раствор каждой выточки. Значит, откладываем 5 сантиметров. Отложили. И откладываем сюда тоже 5 сантиметров. И отложили. Вот видите, что получается. Ну, во-первых, вы обратили внимание, что я откладываю это всегда выше, чем линия талии, потому что все-таки самое тонкое место, я уже много раз повторяла, находится всегда у нас выше того шнурочка, который мы повязываем. Помните, как мы его повязывали? Сзади по спинке мы опускаем его достаточно низко, а спереди мы его всегда выравниваем параллельно полу, когда снимаем мерку. И поэтому вот на этом месте, когда мы очень низко сзади, на косточке его вот здесь вот в этом месте оперли, да, получается талия широковатая. А вверху она, как правило, если вы вот сюда вот повыше сантиметра на 3, а то и на 4, вот этот шнурочек завяжете, то он у вас окажет, талия у вас может в этом месте оказаться потоньше. И поэтому я и рисую свои все выкройки таким образом, что самое это тонкое место акцента у меня всегда смещается немножко наверх. И это удлиняет нам нижнюю часть, делает наши ножки стройнее, длиннее и так далее. Ну вот, а теперь у меня вот такая вот сложная задача. Значит, в бедрах я должна сохранить свою историю. Как мне надо вниз-то нарисовать вот эту линию? Смотрите как. Вот так у меня получается надо рисовать. Я опять начинаю немножко выше. Пока не очень, наверное, жирненько нарисую. Вот так. А вверх как? А вверх я тут тоже не, с проймой меня устраивает. Я хочу все сохранить. Значит, я должна идти сюда, 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 сюда. И прийти вот как-то сюда. Вот такая вот изогнутая получилась линия. Что, конечно, меня не совсем устраивает, но вернемся к этому позже. Повторяем эту историю со спинкой. 5 сантиметров – это достаточно глубокая для такой модели выточка. И мне сейчас видно из моего чертежа, из моей конструкции, что мне хочется эту выточку сделать поменьше. Она просто сама просится. Помните, мы выбирали с вами прибавки? И говорили, что прибавка по талии в данном случае должна быть большая. И наш жакет-то на самом деле почти не приталенный. То есть, видите как,
Приталивать не получается, у нас нет ресурса. Чем больше разница, чем между талией и бедрами, чем больше сумма раствора талиевых выточек, тем больше нам нужно ресурсов для того, чтобы их четко оформить, чтобы они позволили выполнить вот это прилегание. А у нас убирается один из этих ресурсов. Когда у нас есть боковой шов и к нему еще два рельефа, то ресурсов три. Когда мы убираем боковой шов и остаются только два рельефа, то ресурсов один. Понимаете? И поэтому мы должны успокоить линии главенства формы прежде всего. Линии должны быть нормальными, красивыми и соответствующими контурам женской фигуры. Поэтому что я делаю? Я вот так делаю. Я немножко переоформляю. Я уменьшаю на глаз уже раствор этих выточек. Давайте посмотрим, что тогда у нас получится. А вот тогда у меня получается уже гораздо симпатичнее эта линия, да? И уходим аккуратненько вот сюда. Вот эта мне история нравится больше. И я думаю, что она и будет больше соответствовать той форме, которую мы видели с вами, жакета, которую мы видели с вами на фотографии. Итак, главный вывод. Задача-то сегодня у нас очень простая на самом деле. И фигурка типичная, да? Главный вывод у нас здесь какой получится? Что мы должны, не можем такую модель сделать приталенную. То есть сделать с маленькими вот такими вот маленького объема, с большими растворами талиевых выточек. Они нам не позволяют. Так. Давайте, мне хочется оформить то, что у нас получилось. Какой ветер дует у меня? Так. Так. Ну и, конечно, нам нужно вот эту выточку закрыть, здесь разрезать. Ну, может быть, я и рано начала обводить. Ну, ладно. Просто мне хочется сейчас показать реальный результат того, что у нас получилось. Еще разочек, мои хорошие, обращайте внимание на форму линий. Пропала в этом случае у нас выточка по спинке, но часть этой выточки ушла вот сюда, вот в этот вот шовчик. Что у нас осталось с боковым? С бачком, так называемый бачок у нас появился. Так. И выглядит он вот таким вот чудным образом. Здесь можно даже наложение ткани оформить. Вот такая вот наша простая задачка была. Вот. И все. Спинка не претерпит больше никаких изменений. Здесь останется все так, как было. Выточку вот эту. Если вы хотите сшить вот такой пиджак, вы можете на самом деле эту выточку, вы замечали, что ее нет там, да? Как от нее избавляются? А делают все очень просто. Вот сюда делают перпендикуляр, разрезают вот по нему. Вот эту часть ножничками, да, разрезали. Выточку закрыли после этого, закрыли. Она открылась вот сюда. И у вас увеличилась длина проймы. Но вы, у вас увеличилась, но вы предполагаете использовать плечевую накладку.
И вы можете вот этот открывшийся раствор плечевой выточки заполнить подплечниками. И, соответственно, если пойдет большая разница между точкой P2 и точкой P1, за счет того, что выточка откроется сюда и удлинит нам заднюю половинку, вы можете их отбалансировать. Эту немножко поднять, эту немножко отпустить. После этого, когда будет работа закончена уже с переводом вот этой выточки сюда. Вот такое моделирование можно сделать, чтобы появилось место для подплечника. Потому что если вы попытаетесь затолкать плечевую накладку, подплечник в изделие, в котором вы не приподнимали вот эти обе точечки наверх, я про это тоже рассказываю при построении базовой конструкции, то согласитесь, что ваше изделие будет искажено, потому что оно будет просто задираться целиком вот так наверх и сделает ваш плечевой пояс совершенно некрасивым. Вот. Ну и что еще? Давайте вот так вот, вот это закончим. Что у нас по времени? По времени у нас опять 16 минуточек, да? Мне захотелось, я думаю, вам тоже захочется услышать продолжение этой истории. В каком ключе? В таком, что здесь очень интересный, ну как интересный, достаточно классический английский воротник. И мне бы хотелось на примере вот этой истории расширить наши знания, ваши познания в этом вопросе и вот этот вот английский воротник вот здесь построить. Но я это сделаю на следующем уроке, и на следующем же уроке я закрою вот эту выточку и открою ее вот в этот подрез. Сделаю это с помощью кальки, потому что сейчас уже наша история заканчивается. И мы поговорим еще немножко, несколько слов вот про этот наш рукавчик. Надо ли там делать второй, дружить местоположение, вот как я здесь нарисовала. Я здесь нарисовала, что из одной точки у нас выходит и рельефная линия, и вот этот вот средний один из швов на задней половинке рукава, который проходит обычно по локтевому перекату. Но, повторяю, это делать совсем не обязательно. Да, вроде бы так принято, но я себе такой цели не ставила. Если бы ставила, я бы здесь провела, и более подробно об этом я поговорю в следующий раз. А пока, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и продолжение следует. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра!